Вот он, своеобразный парадокс. Сидит рыбак, рыбачит рыбу. Хорошая погода. И идут люди. Идут люди. Это наша страна. Смотри, мы живем. Куда они все идут? В какую сторону? Я не понимаю. Туда. Там полный. Да на Динамо же площади нет. Что нам-то сейчас как поступить? То есть, сделали, так, я пойду по льду тоже, а что делать? Да, я тоже. Пойдем тут сократим. Сейчас уже... Вот там он снимает оцепление, уходит. Они стояли, защищали. Что-то защищали. Остальные ушли вот туда. И я тоже туда сейчас пойду. Так, в ту же сторону. Опять снимаю панорамную съемку. Оказывается, возле памятника основателям города не разрешили собраться людям. Да, мне кажется, они туда бы не влезли, все эти люди. Вот. А сейчас такое ощущение, что все идут в храм. Помолиться за здоровье Родины, за то, чтобы всем было хорошо.